Всем привет! Я хочу вам показать несколько идей, что мы сделали к... Всем привет! Ля-ля! Всем привет! Я хочу вам показать несколько идей, что мы сделали к Пасхе. Что мы сделали на Пасху 3D-ручкой. Также в этом видео вы узнаете, как сделать вот такие ушки. Ушки-зайки. Для всех заяк. А также присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Не все дети любят яйца, но все любят шоколадные яйца, киндеры. Для таких детей можно оформить вот такую пасхальную корзинку. Вы берете обычные киндер-яйца, оборачиваете их самой обычной фольгой и 3D-ручкой рисуете ушки, бантики и, конечно же, хвостики. Вот такие надписи мы приготовили для наших пасок или кексов. Эти надписи нарисованы 3D-ручкой и прикреплены к зубочистке или бамбуковой палочке. И они легко втыкаются в любое испеченное изделие. Вот такую надпись мы сделали 3D-ручкой. И чтобы наши буквы были глянцевыми, мы расплавили их в духовке при 210 градусах. Смотрите, мы достали буковки. Они стали гладкими и блестящими. Изделие 3D-ручкой можно красить разными красками. Например, золотой краской из баллончика. Эта подставка нарисована 3D-ручкой и покрашена краской. Для пасхального стола мне хотелось найти вазочку, которая бы полностью по фактуре напоминала яичную скорлупу. И я ничего не нашла. Пришлось сделать самой. А теперь, внимание! Вопрос! Как вы думаете, как мне удалось сделать вот такую вот вазочку, которая полностью по фактуре напоминает яичную скорлупу? Свои ответы пишите в комментариях. Если вам понравились наши идеи оформления Пасхи, ставьте лайки, подписывайтесь и будьте с нами. Впереди много интересных видео.